на утрамбе. Решил, что мало хлопали Айсину, поэтому его всегда мало. Этот человек самый жадный до аплодисментов. Устраивает на стартовую позицию. О чем-то переговаривается с Саней Столярихиным. Судя по всему, дают команду они всем атлетам, чтобы зарядились они на очередной поезд. Этому безумию. Ну-ка, если готовы, пошумели все едино! Петуля раздает Павел Овсянников, он же Овсянка. Что Асина будет открывать этот поезд. Готовьте ваши телефоны. В разные стороны. Безумные мото-випы от наших участников. Друзья, аплодисменты, аплодисменты не стихают на нашей площадке. Но это еще не все, друзья. Как я говорил, идут финальные настройки, потому что за рулем появляется Алексей Колесников, который приготовил специальный номер для вас, дорогие зрители, которая станет очень эффектным завершением. Ну, конечно, пожечь по крышечке Асин всегда мастак, любитель большой. Но только не до конца, братан. Сжигай их не до конца. Еще немножко классики от наших спортсменов. Такая флэт-дисциплина, близкая к дисциплине стандрайдинга. Но это все предварительные ласки, потому что на нашу площадку выкатывается супербагги, который нет аналогов в мире. И за ее рулем находится Алексей Колесников. Посмотрите аплодисментами! Я напоминаю, друзья, аналогов этому автомобилю. И как нам с вами повезло, что мы это будем наблюдать, созерцать своими глазами здесь, на площадках в Лужниках. Ну и, конечно же, супер спешл триумф! Итак, Лёха выходит на стартовую позицию под чутким руководством своего коллеги Сани Столярихина, который буквально еще минуту назад здесь раздавал флипов на мотике, а теперь будет инструмент. Так, Лёха разворачивает свой багги, выходит на стартовую позицию. И, судя по всему, Леха ждет сейчас очень громких аплодисментов. Давай же ему дадим их! Москва, дай шума! Алексей Колесников, чемпион России в дисциплине FMX. Все внимание на трамплин! И... Нет, смотрите, еще пристрелочная версия. Смотрит, чтобы все было по плану, чтобы каждое колесо было именно в той самой траектории. В рамках этого сумасшедшего этюда, этого сумасшедшего трюка. Ну и сейчас у нас повисла тишина на нашей площадке. Так сказать, нагоняем Сескин с вами. Ну и традиционно, давайте все в едином порыве дадим шуму для Алексея Колесникова. Итак, Москва, пошумите! Алексей Колесников, он и его супербаги. И... тысячи телефонов, которые сейчас смотрят в его сторону. Что? Бэкфлип на баге здесь и сейчас! Да, шума, Москва! Алексей Колесников, вот это маэстро! Уже не просто профессионал, уже настоящий класс! Подарил этот азарт для вас, дорогие друзья! Это было феноменально. Мы вернемся к вам очень скоро. Впереди у нас еще...